пачки трындец. Какая? Вчера которую? Нет, это не так. Она не берет эту мощную землю. Это опять колопатка. Как божечки. Вот там и здесь. Блин, надо чистить. Нормально чистить. Я почему там хотел, там она хотя бы рыхленая. Такие жирные. Сразу личинки. Жирные, прижирные. Такие пласты земли. Это она такая вся прям. Ну, хватит разбрасывать чернозем везде. И так вот и много. Шпинат, салат гейзер и куча редисок разных. Вот шпинат надо посадить по любасу. И может быть салат. А может быть редиски.
общем, вот такая вот конструкция. Высотой 4,5 метра планируется. Но мы сейчас делали разметку фундамента. Промерили диагонали, длины, глубины. Все вроде прям почти идеально. Но идеально на земле поймать до миллиметра нифига невозможно. Это надо очень точное оборудование дорогое. Все это бестолковое занятие. Ты, может, хочешь в кадр попасть? Скажи чего-нибудь для истории. Вот в этот глазик скажи чего-нибудь привет. Скажи. Скажи привет. Нет, не будешь? Ни с кем не дружишь? Ну скажи что-нибудь. Нет. Стесняешься? Скажи пока. Пока. Скажи пока. Вот скажу. Он весь вредный. Ты вредный весь. Весь вредный. Засранский. Все, ладно. Мы почти довольны. Нервная была обстановка. Вот этот столб электрический, да? Я делал сам. Потому что нам отказались его ставить, электросети. У нас по нормам до границы участка должно быть больше 25 метров, чтобы столб поставить. А у нас тут получается чего-то 23 или 24 метра. Ну прям чуть-чуть типа не попали, блин, и все. И вот пришлось самим колхозить. В тех условиях было написано ящик вот поставить на что-нибудь. И вот такая хрень из металла мощная на 1,60 м закопана в землю. Такая у нас тут красота. Там какая-то тучка надвигается. Не слабая такая тучка. Где-то это. В Подмосковье вон сейчас это град прошел. Сильный. А у нас вот солнце светит целый день. Вот ток-ток заволакивает. Прикольно. Шторм надвигается. Сейчас грядку польет. И вот такая тучина вообще дикая. Трещи очень страшные поднялся.